Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Наконец-то к нам пришло бабье лето. Я в лесу. Приехал пособирать грибы, грузди. Посмотрите, какая красота у нас. Столько рябины в этом году. Это радует. Птичкам корм. В лесу красота. Тепло. Дышится легко. Смотрите, какое небо. Наконец-то мы увидели голубое небо. То все тучи, дожди, холод. Ну, оставайтесь со мной, погуляем, посмотрим грибочки, пособираем. Идем, идем. Такой грусть. Середина сентября. Вот они пошли. Снова молодые, чистенькие. Вот посмотрите, какие мухоморчики осенние растут. Семейка. Полинеечки выстроились. Такие красивенькие. И тут вот еще какие-то маленько другие. Вот и вот. И вот украшение леса. Вот бруснишка. Вот чернишка висит. Хорошо в лесу. Погода хорошая. Золотая осень. Такую полянку груздей встретил. Но я думаю, что они переросли уже. Большие. Посмотрим сейчас. Не факт, что они хорошие. Но тем не менее, находочка. Вот посмотрите, какие отборные грузди. Порадовала меня эта полянка. А это вот несколько плохих. Но даже это вот достаточно большие. Вот эти два большие, громадные. Один вот порезал. Чуть-чуть он под сомнением был, но выбралось. Красавцы. Вот посмотрите, как спрятались грузди. В мху такой. Вот еще один должен быть. Да. Вот так. Они у нас и растут. Прячутся от нас. Мы их находим. Лес полон грибов разных. Вот такие вот встречаются. И много их здесь. То ли они себе ножки, то ли что ли. Вроде съедобные. Но не руку, конечно, их просто вот так вот показать. Тут вот парочка вроде как шампиньонов. Вот забанка. Ну, не рву, конечно. Что не знаю, то не рву. Вот они, эти толстоножки, весь лес усыпанный. Рву я грузди, остальные грибы пусть растут. Вот видите какой, вот он, вот и что. Сейчас откопаем. Маленькие, вот они,
красавцы. Вот такие мне нужны грибы. Вот какие гиганты вырастают. Я их даже трогать не буду. Маленьких нашел. Такие мне нужны. Вот раньше грузди были, вот это вот сухие грузди, раньше были, они как-то их мокрые, что ли, называли. Настоящие грузди. Они такие, какие-то мохнатенькие. Цвет такой восковой у них был. Они вот такие вот большие вырастали и были всегда хорошие. В основном они в березовых лесах росли. Я вот в сосновом лесу. Но в последнее время, уже лет 10 я, наверное, не встречал. Климат меняется. Все меняется. Может, попадутся. Как-нибудь поеду в березовый лес. Это же надо. Какой мухомор. Лакированный. Какая шляпа у него красивая, необычная, сам такой, ну красавец, красавец. Поближе, вот прям, окрас какой у него, шикарный. А красота, она вот даже рядом, вот в этой рябинке, в этом небе голубом. Так хорошо в лесу. Гуляйте со мной, наслаждайтесь, чистым воздухом дышите. Ну, пойдем, что, грибы собирать. Вот, друзья мои, встретил я еще грузди, так называемые скрипуны. Они очень горькие, жгучие. Их невозможно есть. Я сейчас вам просто покажу, чем они отличаются от настоящих груздей. Посмотрите, вот это скрипун. Такой цвет, он какой-то чистый. А вот это вот грусть. Сейчас вот я их переверну, и будет точнее видно. Вот видите, на скрипуне какая-то желтоватая. Вот он такой вот, немножко желтоватый. Вот это грусть. Вот я вам рассказал. Скрипуны и грузди. Ну, если корешок попробовать, я пробовал как-то. Но потом все во рту горит. Ужас. А вот осенние маслята. Вот они стоят. Ну, сейчас они нас уже не интересуют. Мы им рады в начале лета. Первые наши грибы. Ну, пусть растут. Такие вот сейчас грибочки встретил. Еду на мотоцикле. В такой дорожке. В такой тайге. И вот я их нашел. Там еще. Мы их срежем, посмотрим. И я хочу сказать, вот люди спрашивают, зрители моего канала, о какой, что мы с ними делаем. Я хотел в конце видео, значит, тоже такой же, показать, как мы их моем, как мы их варим. Ну, жалко мне своих зрителей время отнимать. В общем, мы их маринуем. Соленые мы давно уже не делали, как-то перешли на маринованные.
варим 40 минут мы их. Моем, варим 40 минут. Делаем маринад. И закатываем в баночки. Вот. Маринуем. Вот еще я нашел гриб-слепун. Ну и попробовал. Результат был плачевный. Водичку испил, конфетку съел. Вот. Решил показать вам его еще раз. Ну и дальше вот покажу вам. Недавно был в лесу. Значит, и увидел грибы, зонтики. Не просто зонтики, а зонтяры настоящие, громадные. Вот сейчас покажу вам небольшой сюжетик про эти зонтики. Но те, конечно, я не пробовал. Почитал я в интернете про них. Съедобные. Вот думал, сегодня они попадут. Хотел посмотреть еще их. Ну вот не попадается. Ну вот посмотрите, какие я зонтики встретил. Вот посмотрите, друзья мои, зрители, какие зонтики вырастают осенью. Вот такой громадный. И вот и два таких же почти. Ну просто чудо. Вот они такие. Вот. Мы их как-то не берем. Хотя мне советовали люди, что можно их прям жарить, что они очень вкусные. Вот там сейчас что покажу, пройду маленько. Вот и закончилась наша тихая охота. Пособирали мы грузди. Увидели много интересных грибов. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Всем мира и добра. Оставайтесь со мной. С вами был Владимир. Всем пока. Всем удачи.